сказать, прекрасное создание? Поглядите-ка сюда. Что вы можете сказать о сегодняшнем дне? Да, вот такая... Как прекрасен этот мир. Как мама, ты молодец. Прекрасен этот мир. Посмотри, да, там, дальше, да, песенки. Мама Аллы Пугачевой прямо. Ты прямо мама Аллы Пугачевой. Глянь, какая ты красивая, мам. Ты будешь просто смотреть на видео, и прямо вот тебе так берет красиво. А перстень тебе идет, а цветы эти осенние. Ой, вообще, ну что-то скажи еще. Что ты хочешь пожелать людям? Людям добра, счастья, успеха во всех их делах. Пусть будут счастливы. Да, вот в объективчик смотри, вот сюда вот смотри, говори вот в точечку в эту. Пусть будут счастливы. Ну, а кому ты хочешь привет передать? Кого ты слушаешь? Какие песенки ты слушаешь? Кого ты любишь? Кого я? Да, да, твои любимые певцы, кого ты слушаешь? Кого ты говоришь, Леночка, поставь мне, кого поставить тебе послушать? Да. Кого? Володечку. Какого? Володечка, как его фамилия? Володечка. Песня. Володечку, песню, да? Да. Ну, а еще кого ты любишь слушать? Жеку любишь слушать, да? Жека, да. Джека. Мама зовет Жеку Джека на свой манер. Вот нравится ей Джека. Жека, мамочка моя тоже любит тебя слушать. Обожает просто. Вот. Такая вот красота. Вот такой наш осенний денек. Сегодня 10-е. 10-е сегодня сентября, да, ребята у нас? Да. Вот. Октября. Октября. Я сентября сказала? Да. О, я еще в сентябре живу, потому что тепло. 10 октября, ребят, 2021 года. Город Брянск, Бежица. Вот, Желанки Нария Алексеевна, моя мамуля. Прошу любить и жаловать. Девушка, посмотрите, помашите вот так ручкой. С красивым перстнем. Вот так вот. И вот так вот. О, красота. Мамочка моя вот такая красавица. Да. Вот такая красотулька. Так, ну что, мамуль, пойдем дальше? Куда пойдем с тобой дальше? Куда бы мы пошли с тобой погулять? Куда бы ты хотела? Ой, никуда. Никуда нету сил, да? В общем, во все, пойдем домой потихонечку. Нам надо до дому дойти, да? Ну, да. Давайте, девушка-звезда. Вот это наш двор. Мы с мамулей вышли. Топаем. Вон какие у мамы мои туфли модные. Мамочка моя в модных туфлях. Мам, ты модница, мам, у меня вообще. Ты прямо с головы до пят.